Всем привет! Начинаем видеообзор построек подписчиков, которые принимают участие в конкурсе «Лучшая постройка робота». Условия этого конкурса вы можете узнать в моем Discord-сервере, ссылка на него есть в описании. А мы начинаем! Так, начинаем тогда смотреть робота Никитоса. Давай начинать, потом я тебе все объясню. Сейчас, главное не ошибиться. Вроде моментальную загрузку включаю. Да будет быстро загружаться. Во. Угадал, с первого раза. У него есть механизмы, да? Не, у него самый легкий механизм, он на подшипке. Коса тоже есть, супер тонкая. Ну и что решать буду, не я? Да, у меня не согрузилось, короче. Не сохранилось после того, как завис. Там я 3 блока на косу поставил, и все, сейчас я быстро поставлю. А, то, что он не тонкий? А, лень, ладно. Ну, мы можем изучить сразу детали, а можем перейти сразу к управлению. Ну, давай ты сначала все расскажешь, с чего хочешь начать. Ну, ладно. У него, как и в реальном, вот тут вот солнце нарисовано какое-то. Но мне лень было делать круглым, и с этими неоновыми блоками беда. Так что я сделал его квадратным, и вот тут вот сделал чуть-чуть типа круглое. Я это, в детали все ввел, вот тут вот есть у него вот эти вот. Ну, мне кажется, просто взял его так боки понаставил. И вот эти вот перчатки и кольца, ну как их там, цепочки. Ну да, еще вот тут доделал ножки, ну и рога. А, вот что у меня не сохранилось. И глаза. Вот над глазами я больше всего этого трудился, потому что над ними труднее. Так, ну давай посмотрим. Я, в принципе, знаю, как модуль босс. 10 раз переделал. Так, а вот тут. Все готово. Я все починил. Давай, так, одевай его и покажешь мне его. Залазим внутрь, залазить надо в спину. Так, ну, это такой робот, который просто тортик, да, ставишь? Да. Довольно часто. Ну, у него два рычага есть, один, красный это пушки, а оранжевый это ускоритель. Потому что вот в первом тесте я дошел до конца без головы, без ног и без рук. Ну, давай посмотрим. Как ты хочешь, так. Он такой жаденький, я строил его день. Давай, залазь в спину. Не, я буду тут летать, у меня джетпак нормальный, бесконечный. Ладно, я пока его установлю, сейчас. Вот самое прикольное, что сделал, это красный рычаг. Я тебе сейчас покажу, тебе понравится. Ну, посмотрим. Но это, по идее, сейчас, он должен огненный шар кидать. Ну, как там в игре? Он только пушкой, ну, конечно. Огненный шар я не смог сделать, поэтому он кидает кучу. Ну, давай, что так, я удивлюсь. Ты готов? Ну, посмотри, давай, готов, что, готов. Как он делает, стреляет. Вот над этим я мучился больше всего. О, а мне реально понравилось. Я думал, сейчас просто так пушки, как обычно бывает, стрельнут. А у него реально рука поднялась, и он стрельнул. У него рука поднимается при помощи не сервопривода, а... Что там у тебя разлетается от тебя огонь? Источники огня? Вот из руки у него, которой он стреляет, идет огонь. Чтобы ходить, нужно зажать W и нажимать резко на A и D. А, да, такое чередование очень крутое. Для таких роботов, да? Такие часто роботы бывают. Строил я его 1 час, это очень мало для него. Ой-ой-ой. Еще он умеет вот так вот смешно тимиться. Ну, тест на прохождение билд-робота мы тоже включим, так что давай его тоже протестим. Давай. Стой, давай. Я на стульчик сяду, а то летать все время неудобно. Так, ну а потом, наверное, его я тоже попробую одеть. Ну, так, и не есть у него стульчик. Сейчас, я там помню, ты внутри ставил. Саша, давай, я готов, взял. Поехали. Сейчас сестра залезет. Ну, тут легко. Тут. Так. Ладно. Чтобы скрепить ноги, мне понадобилось сделать ему вот такое вот крепление прикольное. Ну что ж, сейчас давай залазь. Ты не будешь залазить? Ты не удержишься. Нормально оранжевый кноп. Так, ну, ускоритель есть, да? Я хотел это сделать с этим донатерским джетпаком, но потом понял то, что у меня его нет, вспомнил. И мне пришлось сделать это при помощи ракет. И я над этим мучился больше всего времени. Стоп, что ты хотел сделать? А, все, мы дошли до конца. Довольно да. Быстро и даже не поцарапались вообще. Мы прошли билд-робот быстрее, чем на колесе. Так, ну давай, летим. А после... Сделан вот так. Прямо в сундук, а нет, не в сундук. Но он очень быстро прошел билд-робот. Очень быстро. Фармилка в виде молтон босса. В Tower Defense все фармятся на молтон босса тем, что его убивают, а тут фармятся тем, что на нем до конца проходит. Везде он как фармилка. Да, за несколько секунд умирает. Кстати, мне очень нравится твоя тактика в Tower Defense новая, ту, которую ты снимал с рейнджером. Tower Defense. Я ее обычно использую для фарм. Эх, бедный молтон босс, у него одна и та же участь везде. Так, теперь давай я проведу тест его. Давай. То ну, я тебе объясню, рычагов, как будет происходить рычагов, и где смотреть. Я тебе буду объяснять, что каждый делает. Давай. Не, ну я разберусь. Я просто... Ну, там нет никаких кнопок, клавиш, много всяких. Так что я могу разобраться. Ты же мне все рассказал. Я смотрел, как ты делал. Внимательно. Подарили.
Так можно, кстати, летать. Давай, залазь на него. Сейчас я Да, сажусь. потому что можешь поднимать любой вес. Так, все, я готов. Сейчас, стой. Конфетку еще съем, чтобы побыстрее было. С конфеткой это не работает. А. Ты берешь мне джетпак? Ща. Давай, залазь, Саш. Так, все, я, получается, готов тоже. Сейчас я уберу фиксацию, ты тоже топочку убирай фиксацию. А, тут две кнопки есть, ну, ты мне показал, ну, что они делают? Ну, когда я первый раз с него убрал фиксацию, у него отлетели и ноги, и руки. Потому что нужно заново загружать такие постройки. Ага. И поэтому пришлось мне креплять их получше. Ой, короче, там смотри. Мой портал остался. Оранжевая кнопка – это ускоритель, красная – это выстрел из руки. Ну, я помню, конечно, ну ладно. А мобов он может спавнить? Оригинальный может. Мобов, к сожалению, нет. Ну, это вообще сложно сделать. Что? Ну, это вообще сложно сделать, да. Только ну, если... Ну, легко с поршнями можно будет. Но можно сделать, чтобы он мог этот... Не, ну, чтобы мобы потом топали. Это, можно сделать, чтобы он косу убрал свою. Ну, только это нужны таймеры и механизм хороший. Так, какую кнопку нажимать, чтобы стрелять? Так, вот, я нажимаю, включается красный ускоритель, и у него рука поднимается, там ограничитель. Не красный, а обычный. Я красные стреляю. Они. А. И потом нужно снова нажать на красный, чтобы рука опустилась. И вот, он стрельнул шар. Ну, только не огненный, но хорошо. Вторая кнопка оранжевая включает супер ускорение, с помощью которой можно фармиться на нем, тоже спидраном. В Tower Defense. Сейчас остановлюсь где-нибудь. Мне это пришла идея, когда сделать такого босса из Tower Defense. Когда я это фармил на командира. Это, захожу в Discord на твое сообщение и смотрю, сделайте робота, там конкурс про робота. И я подумала, почему бы мне не сделать этого босса. И сделал. Так, а, все, ускоритель кончится. Ну тут с рукой небольшие проблемы, то, что ускоритель иногда кончается. Но так он выглядит довольно. Неплохо. Сервоприводы я не ставлю, чтобы было красиво. Типа, ну, тут... огонь. Ну, то, что ты придумал, как на таких роботах ходить, вот это хорошо. И, ну, построен тоже неплохо. А он просто по-другому не идет. Зажми W просто и посмотри, что будет. Ну, я знаю. Но вот этот способ, его я не видел, чтобы кто-то говорил. И еще вот этот. То, что с пушкой тоже прикольно, но то, что она поднимается, но сейчас это не работает, ускоритель кончился. И дальше, ну и красная кнопка для ускорения, чтобы казалось, а, все, она тоже кончилась, а нет. Там остались красные ракеты. Только немножко сейчас не работает. Да, потому что на них не взлететь. Можно, если хочешь, я могу заново загрузить, и потом мы сделаем спидран по этому. Ты будешь управлять им по билду. Ну давай, если хочешь. О, еще когда рассеточить, победили Молтон босса. Когда ресетнулся человек. Не знаю, это вот самое прикольное, то, что я видел. Я об этом вообще даже не знал, то, что когда ты ресетнешься, он упадет. Это ресет Молтон босс. Ну не, проиграл он. Типа так шел и проиграл. Так, сейчас этого Молтон босса загружу. Ну загрузи. Да, убирай фиксацию. Сейчас будет спидран по билд-бот прохождение Молтон босса. Ну то, типа, убери фиксацию. А, да, точно, забыл. Какая кнопка? Оранжевая? Оранжевая же. Красная, вот так мы летим и спидраним режим билд-бота. Так. Босс помогает нам фармиться. И там, и там. Ой. Погибший Молтон босс тут остался. Это самый жесткий режим 2 Молтон босса. А, все, у меня ускорители что-то не пашут. Да. А теперь ты просто вот так вот влево-вправо там ходи и так красный подрабатывай. Не, у меня просто не работает, я не умею нормально летать. Она не подлетает просто. А. Можно заново попробуем? А, давай ресетайся. Ресетнулся, и Молтон босс упал. Ух ты видел, как он сейчас упал? Ага, назад прям. Теперь он будет путь по очищению до конца карты.